Сегодня в Баку буквально в эти минуты ряду отелей на территории республики присваивают соответствующие их уровню звезды. Подробнее о значимости событий для развития туристического сектора страны расскажет наш корреспондент Ксения Анисимова, которая выходит на прямую связь со студией новостей. Добрый вечер, Ксения. Расскажите, что там происходит? Здравствуйте, Сара, я приветствую вас и всех телезрителей. Да, как вы отметили выше, через несколько минут начнется мероприятие по случаю присвоения звезд 17 отелям нашей республики. Итак, каждый из нас, планируя путешествие, находясь на отдыхе или же в командировке, выбирает тот или иной отель, учитывает и обращает внимание не только на определенный эстетический облик того или иного объекта, отеля, не только его какие-либо свойства, но и количество звезд, которыми он обладает. Они в свою очередь обозначают качество и количество предоставляемых им услуг. Что же касается оценки отеля, как же оценивается отель? Отель, в свою очередь, оценивается по безопасности проживания, по сохранности вещей, по оказанию первой медицинской помощи, а также по нормам санитарии и гигиены. Мне хочется отметить, что туризм в Азербайджане в последнее время очень активно развивается, он очень активен. А то есть строится, и уже построены очень многие объекты туризма, дома отдыхов, а также гостиницы и отели, в том числе и пятизвездочные, и мировых брендов. Но, как мы знаем, пандемия, она сказала свое слово и на туристическом центре, как и в других сферах экономики. Туристический бизнес, он немного пострадал, но не все остается так, как есть. Как мы знаем, что постепенно все восстанавливается, также и туристический сектор, он тоже восстановился. И что хочется сказать, что вот сегодня присвоение звезд отелям – это свой образ, это в своем контексте, это тоже очень положительный знак, который окажет как на повышение, который окажет положительное влияние как на повышение услуг в этой сфере, так и на сам туристический сектор в целом. На этом у меня все. Я передаю слово вам. Благодарю за внимание.